Что касается розовоплодных гибридов, у нас есть, мы представлены здесь гибридом Pink Rose. Чем мне нравится этот гибрид? Тем, что он не мельчает с каждой кистью. Что третья, что четвертая кисть, большие, крупные томаты. Также очень вкусный и очень транспортабельный гибрид. Короткие междуузлия, очень компактное растение. И ранняя спелость также на высоте. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.